Два слова по итогам, первым итогам выборчого процесса, который у нас відбувався по місцевим радам. Всего у нас было возбуждено 405 производств по нарушениям избирательного процесса. Обращает на себя внимание два факта, о которых я сейчас хочу на них настаивать. Один из них – это Черновицкая область, где мы зафиксировали очень ясно, очень четко и доказательно, и закрепили эти доказательства по подкупу избирателей, когда речь шла о подкупе студентов, покупали голоса и фиксировали. Это дело в ближайшие 2-3 дня будет передано в суд, и мы надеемся, что будем иметь первый процесс в стране, когда за подкуп избирателей, за покупку голосов за деньги, мы будем иметь судебный приговор с ограничением срока. Я бы очень хотел, чтобы наши украинские суды обеспечили этот процесс максимально открыто и эффективно, чтобы мы говорили о справедливой системе выборов. Второе, я вынужден сегодня реагировать на обращение Комитета избирателей Украины, громадской организации «Опора» и народных депутатов по факту отмены второго тура выборов в городе Павлоград, который принят решением Центральной избирательной комиссии. Мы квалифицируем соответствующие действия как нарушение избирательных прав граждан, нарушение закона о местных выборах, внесли соответствующее ЕРДР и ведем проверку. Дякую за внимание.